Да. Ребята, пожалуйста, если этот уровень показался вам легким, не играйте в него, не пытайтесь его пройти, потому что в итоге на него уйдет у вас примерно столько попыток. Пожалуйста, прислушайтесь к моему совету. Я даже не знаю, что сказать. Сделал это. Теперь у меня будет больше мотивации проходить завкиль, потому что пока я проходил этот уровень, я убедился в том, что я могу контролировать себя на 70%, например. Это мой новый самый сложный демон. Тут уже бесспорно. Этот уровень гораздо сложнее, чем дуэл маэстро. Спасибо за поддержку.